Всем привет! Сегодня была Черная пятница, а это значит, что будут большие распродажи, большие скидки. И хотел сегодня рассказать о том, что купил я. Поэтому, кому интересно, оставайтесь дальше и смотрите. Итак, были распродажи большие в магазинах, и мы пошли в магазин спортивной одежды и обуви, и вот купил я такие себе, не знаю, как их назвать, спортивные ботинки, буты, да, вот так они выглядят. Фирма Игуана, для меня она была неизвестная, такого обуви я еще не покупал. Если обратить внимание на ценник, какие бывают скидки. И вот мы можем видеть здесь, что в злотых это было 400 злотых, американские доллары почти 100 долларов. Ну это уже также евро и чешские кроны, да, скорее всего. Ну и вот скидка, цена, значит, 170 злотых. Было 400, заплатил я 170. Ну, в принципе, очень существенная скидка на такую обувь. Не знаю, как она по качеству. Такой обуви я не покупал, никогда не носил. Я имею в виду этой фирмы. Ну, зима покажет. У нас такие зимы, что в ту зиму я проходил в одних кроссовках своих всю зиму почти. Поэтому такая обувь, думаю, будет нормально для зимы. Вот так вот действительно большие скидки. Вот, подошву показать. Сейчас еще одену и покажу, как они смотрятся на ноге. А видео я снимаю на фоне нашего кота, который спит. Кстати, видео о том, как он играет со своим хвостом, можете посмотреть тоже на нашем канале. Ну и на фоне вот такого плета, который застилает наш диван, его шила моя жена из джинсов. Видео о том, как она это делала, тоже можете посмотреть на нашем канале. Все, но сейчас одену джинсы и одену эти буты и покажу, как они выглядят на ноге. Вот так они выглядят на ноге. В принципе, неплохо. Итак, это видео было о скидках в Польше, и они действительно реальны. Как вы видите, цена была сброшена в два раза. И кто смотрит это видео из России, то напишите в комментариях, бывают ли такие сейчас скидки, в Польше, как в Польше, в России. Ну и если ты смотришь это видео и еще не подписан, то, пожалуйста, сделай это, так как мы до Нового года хотим набрать 15 тысяч подписчиков, и не хватает всего 300. Поэтому подпишись и спасибо за просмотр. Все, всем пока.